Сложно представить, что несколько десятилетий назад появились первые поисковые системы, а всего 20 лет назад – первые смартфоны. За этот короткий период цифровые технологии кардинально изменили нашу жизнь. Да и современные дети с ранних лет общаются с техникой на «ты». Ну, если больше 20 сантиметров, то все, он просто отключается. Центр цифрового образования детей IT-Куб открыл свои двери для учеников 1 сентября прошлого года. За это время ребята успели прокачать свои навыки в разных инженерных направлениях. Вот в этот раз я попал. Робот для забрасывания мячей в корзину вместе со своим создателем Иваном Бараковым готовится к участию в международных соревнованиях. Для юного изобретателя это будут первые состязания такого уровня. Соревнования World Skills, они очень известны. Они проходят не только в России, а по всему миру. Я думаю, что если усердно работать, то времени хватит. Робототехника – одно из шести направлений обучения Центра цифрового образования IT-Куб на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. На занятиях дети занимаются разработкой приложений для смартфонов, изучают языки программирования высокого уровня и даже работают с технологиями дополненной и виртуальной реальности. При наваждении на картинку, которая в данном случае является меткой, появляется анимированный персонаж. Сейчас я это вам продемонстрирую. Еще больше возможностей для развития появится у учеников IT-Куба после подписания соглашения с Ростелекомом. Этот шаг откроет перспективы и доступ к ресурсам крупнейшей цифровой компании. И нам очень приятно, что мы будем сотрудничать, не просто сотрудничать, но и надеемся, что они, сотрудники, будут приходить сюда, заниматься с нашими детьми и будут дальнейшие перспективы. Мы прошли тоже непростой путь. Для того, чтобы сегодня говорить, встречаться и выступать партнером, наверное, еще лет 7 назад мы были бы не готовы. Но мы прошли путь серьезной трансформации и стали сейчас IT-компанией. И, конечно же, для нас это партнерство – это как знак движения вперед, как соединение поколения и отрасли. В дальнейшем у Мурманского IT-Куба большие планы – участие в конкурсах и олимпиадах инженерно-технической и IT-направленности регионального, всероссийского и международного уровней. А надежные партнеры смогут поддержать учеников в их начинаниях. Анастасия Семенова, Илья Бояркин, ТВ 21+.